Вырванные с корнем деревья, сорванные балконные ограждения и крыши, а также автомобили, утопающие в воде. Ночью Ярославль пережил настоящий ураган. Шквалистый ветер и сильный ливень не давал проехать автомобилям. На кадрах из социальных сетей видно, как машину мотает по дороге в районе улицы Красноборская. А вот на Пятерке дерево упало на припаркованный автомобиль. Похожая картина и в других районах города. В соцсетях жители Заволги сообщают и об отключении электроэнергии. Последствия непогоды будут устранять коммунальщики и энергетики. А вот по данным МЧС, за минувшую ночь ни одного обращения от жителей, связанного с ураганом, не было.